Программа «День с толком», в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Зима пришла неожиданно. Аэропорт Барнаула приостановил работу, а на дорогах несколько фур слетело в кювет. Скандал на кониферме Аграрного университета. Почему ее собираются закрыть и с чего начался конфликт между сотрудниками фермы и представителями вуза? 650 тонн груза за 35 с лишним миллионов рублей отправили жители края в зону СВО. Ситуация в Барнаульском аэропорту вновь обостряется. Сегодня там из-за снегопада задержалось прибытие и вылет нескольких самолетов, как это уже было пару дней назад. Все самолеты были отправлены на запасной аэродром в Толмачево. Например, пассажиры, которые должны были прилететь в Барнаул, теперь будут добираться из Новосибирска наземным транспортом. А на дорогах тоже неспокойно. Кадры, которые мы сейчас увидим, присылают пользователи соцсетей. Очевидцы сообщают, что на трассе Барнаул-Новосибирск произошло сразу несколько аварий. Около гостиницы «Грань Алтая» грузовик слетел в кювет. Второе ДТП случилось в районе села Озерки. Фуру завернуло и отбросило в отбойник. В соседнем Новосибирске вообще собрался так называемый паровозик. Вот КАМАЗ развернуло поперек дороги. И конца, и края нету. В СМИ сообщают, что обошлось без пострадавших. ДТП оформлено с материальным ущербом. Необычная авария сегодня произошла и в Смоленском районе Алтайского края. Там виновником ДТП стал котенок. По крайней мере, так утверждает водитель. Супруги возвращались с дачи. В этот момент на него накинулся взбесившийся котенок, из-за чего мужчина якобы перепутал педали и врезался в забор. При оформлении ДТП водитель требовал вписать в протокол не себя, а именно четвероногого. И возвращаясь к теме снегопада и гололеда, далеко не все водители Барнаула переобулись, что становится причиной ДТП. Так, в начале недели в краевой столице только за один день зарегистрировали 39 аварий. В госавтоинспекции напоминают, что в гололед тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и безопасную скорость движения и, конечно, переобуться, если еще этого не сделали. В настоящее время за несвоевременную замену летних шин на зимние существует административная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, где предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Большая встреча с участником СВО прошла в Барнауле. Заместитель командира известного полка 1441 рассказал, как обстоят дела на передовой, и от лица военнослужащих подразделения поблагодарил Народный фронт, волонтеров и всех неравнодушных жителей региона за поддержку. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. 27 октября прошлого года жизнь заместителя полка 1441 Игоря Голобородько изменилась кардинально. Именно в этот день началось формирование воинского подразделения на Тоцком полигоне. В начале этого года полк прибыл на территорию Луганской Народной Республики. Военнослужащие из Алтайского края на передовой были всегда в первых рядах. Без потерь, к сожалению, не обошлось. Есть и раненые, и погибшие. И все же в Тоцком полку потерь меньше, чем у других. В основном работает артиллерия, украинская, как бы прямого боестолкновения очень мало получается. Ну, стараемся народ беречь, еще раз повторяю, у нас самые маленькие потери среди мобилизационных полков. Так что мамы, там, невесты, жены, не переживайте, по возможности, ну, максимум приложим усилий, чтобы вернуть домой. Ну, когда домой, пока не могу сказать. Надо побыстрее все это заканчивать. Я думаю, там наверху, наверное, как-то договорятся. Ну, территорию освобождать однозначно надо. Как бы, ну, фашизм мы не должны. Лучше его там остановить, чем мы будем останавливать у себя дома на крыльце его. Так что разберемся, как бы. Все будет хорошо. Тепловизоры, генераторы, средства связи, медикаменты, автомобили и многое другое передавали бойцам СВО на передовую. Игорь Голобородько в свой отпуск решил найти время на встречу с людьми, которые поддерживают бойцов, чтобы выразить им благодарность. А неравнодушных на Алтае немало. Волонтеры, трудовые коллективы, предприниматели, депутаты – все они регулярно отправляют гуманитарный груз для участников СВО. Больше года назад Народный фронт запустил специальный проект «Все для победы». Он нацелен не только на поддержку бойцов, но и мирного населения новых регионов России. В общей сложности организация направила уже 650 тонн груза на сумму в 35 с лишним миллионов рублей. Командир нам уже обозначил, что заявки достаточно большие, то есть могу сказать, что в общей сложности сейчас незакрытых заявок у нас совместно поступивших в Совет и в Народный фронт порядка 105 миллионов, то есть это дорогостоящие серьезные вещи, необходимые там, дополнительно к гособеспечению. Поэтому задачи стоят, то, кто чем может, помогает, за это огромное спасибо. Проект активно развивается, прирастает числом участников и партнеров. Так, недавно к нему присоединилась сибирская медиагруппа. А в целом поддержать бойцов и мирное население новых регионов страны может каждый. Для перевода средств достаточно отсканировать QR-код, который вы видите на своих экранах. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Серьезный скандал сегодня разгорелся на кониферме Аграрного университета. Ферму собираются закрыть, но такое решение вызывает проблему у тех, кто занимается конным спортом. С чего начался конфликт интересов? И неужели кониферма с 37-летней историей просто прекратит свое существование? Тему продолжит Ирина Корчагина. Ты снимаешь? Да. Снимай. Я говорю, вы не проходите на территорию. В 8 утра приехали с администрации Аграрного университета и охрана. Сообщили о том, что здесь лошадей больше не будет. Кони, люди, слезы, полиция, охрана. Таких эмоциональных скачек эта кониферма за свои 37 лет еще не видела. Территория находится в поселке Центральный на балансе Аграрного университета. Сегодня юные спортсмены, их родители и тренеры были огорошены. Ректор Аграрного университета принял решение о закрытии фермы. Представители вуза и охрана попросили всех покинуть территорию. Забежали в конюшню, начали кричать, быстро отсюда вышли, конюха начали выгонять. Он занимался, кормил лошадей, все, выходи отсюда. Спортсмены потеряли место для тренировок, а эти люди – свои рабочие места. А для Аграрного университета, видимо, само существование фермы было проблемой. Содержать 34 лошади невыгодно. Животные принадлежат государству. После закрытия конифермы их увезут на ипподром. По словам общественников, они неоднократно предлагали варианты, чтобы снизить финансовую нагрузку на вуз. Но опять же, по их словам, ответа не поступало. Я предлагала возможность содержать лошадей за свой счет. Они бы стояли дальше на балансе университета. Я предлагала взять в аренду этих лошадей вместе с территорией для того, чтобы снизить затраты по содержанию этих лошадей. Я предлагала купить этих лошадей с возможностью взять в аренду эту территорию. Я осведомлен, что будет продолжаться тренировки, но только не здесь, скорее всего. Я на этот вопрос не могу ответить. В пресс-службе Аграрного университета подтвердили, что лошади будут переданы по договору аренды Барнаульскому ипподрому. Животные получат должный уход, чему не верят общественники. Также в вузе подтвердили, что кониферма содержалась на внебюджетные средства вуза и была убыточной. Еще в университете заверяют, что по итогам проверки на ферме Центр гигиены и эпидемиологии выдал отрицательное заключение. Ближе к вечеру часть лошадей уже увезли. Можно только представить, что это значит для тех, кто работал на этой ферме с 80-х годов, отдав своему делу всю жизнь. Непонятно, какой-то замкнутый круг, что ректор хочет, непонятно, какая обида у него на заведующего конифермой. Конечно, на заведующего конифермой я, как его супруга, должна обижаться, потому что это невозможно с таким человеком жить, который всю свою пенсию тратит на корма, это вообще на ремонт крыши. И еще этого... Это ужасно. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Больше 3000 алтайских школьников могут познакомиться с профессией на практике. Специально для этого в крае реализуют всероссийский проект по так называемым профессиональным пробам, то есть получению опыта по определенной специальности. Накануне учащиеся попробовали себя в роли криминалистов. Легко ли быть сборщиком улик? И о проекте в целом в материале Данила Кузнецова. Вам необходимо будет при помощи ваших помощников изготовить из гипса такую массу, похожую на жидкую сметану. Нет, это не мастер-класс по кулинарии или рисованию. Здесь все сложнее и запутаннее, ведь это профессиональная проба или проще профиспытание, где можно получить опыт работы по профессии криминалист. Так, учащиеся сегодня узнали, что для снятия отпечатков подошвы сборщику улик нужен гипс. Самые востребованные у нас пробы проходят по специальности правоохранительная деятельность. Это у нас пробы полицейский, криминалист, следователь, адвокат. Почему они так популярны? Они популярны, потому что школьникам интересно всегда что-то потрогать, сделать, так скажем, вжиться в специальность и в эту роль. Подошву сделали и очистили, однако по одной улике никто подозреваемого не вычислит. Нужно узнать, например, и про орудие убийства, уметь определять тип и калибр патрона, позицию стрелка, а также его расстояние до цели. Черные следы на дощечке – это порох. По нему можно понять, что выстрел произвели вблизи. Следовательно, жертва знала нападавшего, притом очень хорошо. Ну и какое же место преступления без отпечатков пальцев? Их проявляют с помощью дактилоскопического порошка. Достаточно нанести на любую поверхность и растушевать. Далее улику нужно перенести на скотч. Лица, желающие скрыться от ответственности, вообще как бы в кислоте даже растворяли папиллярные свои узоры. Они со временем восстанавливаются, они не исчезают бесследно. Вот. И как одно из способов сокрытия следов, иногда преступники пользуются таким способом, как вот воском или чем-то покрывают пальцы. Когда отпечатки получены, дело остается за малым – проверить их в базе данных, которую заполняют вручную, используя дактилоскопические карты. Ну, я в детстве смотрела сериалы, и вот этим, мне кажется, я пришла сюда, поэтому. А сериалы и жизнь – разные вещи? Это да, на самом деле, если посмотреть как тут, как там, да, отличается. Самое большое отличие в чем? Большое отличие, я не знаю даже, там как бы показано то, что все так легко, а тут сложнее все. Бесплатные пробы разных профессий в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее» в Алтайском крае проводят уже в 5-й раз. В этом году в них принимает участие свыше 3000 человек из 55 муниципальных районов и 9 городов региона. Подобные мероприятия помогают школьникам определиться с профессией, понять, подходит ли она вообще. Так, по данным компании, работающей на рынке образовательных технологий, четкое осознание того, кем стать в будущем, есть лишь у 42% старшеклассников страны. Данила Кузнецова, Дмитрий Денисов. День с толком. Необычную скульптуру, олицетворяющую щедрость и плодородие нашей земли, создал местный скульптор. Он убежден, его творение «Плачущая корова» достойно того, чтобы установить ее вдоль Чуйского тракта. О ком плачет животное и почему ей место у главной дороги края, расскажем далее. Александр Русаков торопливо очищает скульптуру, чтобы снег не отвлекал внимание от главного цвета – медная корова. А на солнечном свете золотая. Олицетворяет материнскую щедрость и плодородие Алтайского края, говорит автор творения. Никто из наших людей не придает значения им такого, которое должны мы уделять. Кормят детей наших, нас кормит, всех кормит. А, как сказать, ни чести, ни славы. Эта история довольно забавная и полна символизма. Скульптор рассказывает, увидел образ коровы во сне, да такое, что понял, видению обязательно нужно придать реальные черты, облечь фигуру. За образец Александр взял гольштинскую породу, которая считается самой молочной в мире. Однако корова-макет вполне жизнерадостная, чего не скажешь о готовой скульптуре. Создавая фигуру, Александр волновался и случайно оставил мазки раствора под глазами коровы, а потом увидел в них слезы. И тогда только возникла вот идея о том, что а почему же она должна не плакать-то? Она, как, она, думаю, молящая. Сделаю ее молящиеся о своих детях, не только России, но и Украины. Создатель скульптуры близко к сердцу принимает переживания этих животных. Он не раз был в Индии и прочувствовал, как там почитают коров. Свою скульптуру он создавал по индийской технологии. Цемент, бетон, 500-й цемент, вот, песок, куриные яйца. Изделию приносит долговечность. Коровий навоз немного. Почему? Так как коровий навоз вот в Индии считается он самый сильный антисептик не только на земле, ну и во всей вселенной. Внутри скульптура заполнена соломой. Толщина стенок 4 сантиметра, но даже в таком исполнении весит почти тонну. Корову как символ сельского хозяйства, а значит и всего Алтайского края, говорит Александр, установить нужно на одном из участков Чуйского тракта. Он уверен, кормилица приглянется всем проезжающим, в том числе и гостям региона. Как вы думаете, вот какую часть кормилицы начнут тереть на удачу? Это кормилец. Если ребенок сосет грудь, допустим, ребенок, мы, то есть люди, то я думаю, что вот вымя. Почему? Потому что наши человек, прикоснувшийся к этому вымени, он просто будет благословен. По словам скульптора, макет еще летом во время открытия спортивного центра в Белоярске одобрил сам губернатор. И теперь создатель кормилицы намерен обратиться к властям региона, чтобы установить ее на почетном месте вдоль главной дороги региона. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Достаточно одной. Новая книга о заслугах ученого и общественного деятеля Николая Ядринцева вышла в свет. Ее написали, как говорят в литературном мире региона, три богатыря – эксперты от филологии, истории и философии. Ради эксклюзивных сведений авторы ездили в Томск и Санкт-Петербург. Об издании, которое уникально по многим параметрам, и об открытиях авторов в ходе изучения биографии великого исследователя Сибири в сюжете Данила Кузнецова. Робко-робко было произнесено, а что если вот после Скурлатова, Титова, Калашникова возникнет Ядринцев? И он возник. Не воочию, конечно, на бумаге, но с максимальной полнотой и качеством раскрытия темы. Подобная объемная биография о Николае Ядринцеве не выходила более века. С тех пор появилось множество интересных сведений о его научной, политической, литературной и этнографической деятельности. Освежить память о великом исследователе Сибири решил доктор филологических наук Сергей Мансков, один из авторов книги. Ну вот когда вышла книга «Сибирь как колония», был большой читательский резонанс, потому что в Барнауле она до этого не выходила, книга Ядринцева. И когда поняли, что эта фигура для Алтая значимая, авторитетная, без нее очень сложно, вольно или невольно возникла необходимость создания этой книги. Создавали книгу около 2,5 лет. Особенность произведения в том, что его собирали трое ученых. Филолог Сергей Мансков вплотную осветил тему создания областной газеты «Восточное обозрение» и литературные достижения Ядринцева. Философ Александр Головинов рассмотрел политические и правовые идеи, а историк Вячеслав Должиков и вовсе погрузился в архивы Санкт-Петербурга, чтобы найти сведения о создании первого университета в азиатской части России и о путешествиях по Алтаю и Монголии. И вторая важная еще вот научная тоже заслуга как археолога – это установление локации, локуса, точного расположения Каркарума, то есть столицы тюркских и монгольских государств древних. Общий тираж – 2500 экземпляров. Этого хватит, чтобы произведение попало во все библиотеки и школы Алтайского края. Отметим, несмотря на то, что книга уже закончена, авторы продолжают собирать сведения о Ядринцеве. Ведь, как они говорят, он – личность мирового масштаба, которая оставила большое наследие для Алтая. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале «Толк». Ну а я напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Обязательно звоните. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи в эфире.